Так, дочь, давай, поехали. Куда вы едете? Мы с дочкой в город по магазинам, а ты слушай меня внимательно. Что? Уберешь со стола, перемоешь всю посуду, дальше пропылесосишь, протрешь полы, постираешь обязательно белье. Я там все разложила, белое, черное, все отдельно, не в Подожди, кучу, ты как сейчас ты. серьезно? Вот что серьезно? Вообще-то это женская работа всем этим заниматься, а не мужская. Ну и чего? Пап, вообще-то мужик должен помогать женщине в домашних обязанностях. Да? Ты же живешь в этом доме? Ну. Вот. А, вот так вот, да? Да, все, Хорошо. дочь, пошли, давай, поехали. О, как раз масло надо поменять. Значит, смотрите, сейчас едете в конец деревни, там эстакада. Поменяйте масло. Фильтр и канистра с маслом внутри в багажнике. Я вам еще Что? литрушку на долив дам, да, проверите потом щупом. А, резину зимнюю я сейчас из гаража вытащу, поменяйте еще колеса. Домкрат тоже в багажнике, хорошо? Что? Чего? Вообще-то, пап, это вообще-то мужская работа. Да. Серьезно? Ну, как бы, знаете, женщины тоже должны помогать своим мужчинам в обслуживании автомобиля. Тем более вы на нем ездите. Ой, все, пап, все. Все поняла. Я пошла, короче, пылесосить, мам. То-то же.